Ехали в этот лес оленей по трассе Москва-Минск за 50 километров от Смоленска. Лисички посмотрим, хотя суббота вечер, что поделаешь. Суббота вечер, после всех, как всегда. Ну, вчера по городу мотались в разные точки, было много разных дел. А сегодня решили отдохнуть. О, я уже вижу вон там козлиные паутинники. И вижу вот здесь вот один гриб. Вот такой. Это я знаю, что такое. Это сыроежка чернеющая или какой-то подгрузок. Но она червивая, конечно, мощный гриб. Но червивая, что поделаешь. Лес хороший, травка такая. Вот он уже почернел, вот он гриб. И даже резать его не стоит. Такой вот грибочек. Ладно, идем дальше. Что-то... Ну, я их не ела никогда, не пробовала, не знаю. Не решаюсь. А там паутинники вон такие симпатичные. Красные они невкусные, наверное. Они ядовитые, наверное. Неужели? Нет. Это козлиный. Козий. Паутинник козий. Синий. Фиолетовый он. Это же не фиолетовый рядок. Это целый ряд. Вот такой ряд шикарных, пришикарных рядовок. Но оказалось, это не рядовки, конечно. Я знаю, да. А это паутинник козий, козлиный, к сожалению. Ох, какая красота! Ну что ты будешь делать? Несъедобная красота. Козлик нашел. Надеюсь, он хороший. Пойду снимать козлиные козьи паутинники. Синенькие, так, фиолетовые. Ну, может, ножкой не очень, надо отрезать ее. Целый... Ряд целый. Тихо, не кричи ты так сильно. В лесу. Вот. Чтобы не прибежали другие грибники. Подумал, что у нас грибов много. Бери. Бери, Катьке пожарю. Смотри, какой вон там гриб. Под елочкой. Это что? То же самое. Нет, это тот, который коричневый. Большущий такой гриб. Ух ты какой. Это... Что ж это за гриб такой? Подожди, я его не вижу. Вот он. Сейчас я его посмотрю, никак не глазами не пойму. Утиник, наверное, какой-то. Утиник вместе с козьим этим грибом. Паутинником другой паутинник. Подберезок, это, скорее всего, подосиновики здесь белые бывают. Да. Паутинник, это приятный какой-то маховик. Ну-ка, отрежь ему ножку. Ах ты, черт. Ах ты, черт. Черт, проверяй. В каждом шагу и большие, и маленькие. Так красиво. Я люблю этот лес. Просто прогуляться, пошлындать. Конечно, можно было и на озере сегодня отдохнуть. Но оно от нас не уйдет никуда еще, озеро это. Грибы под дубешки, под орешники я всегда беру. Они пахнут орехом. Они вкусные. Очень приятные грибы. Можно даже и так есть, но можно и засаливать. Хорошие грибы здесь много бывает. Как его жизнь вздохнула? Бывает. У каждого бывают горькие дни, и веселые дни, и счастливые дни. А вот этому грибу в конце концов не повезло, еще я его нашла. Паутинники, как подосиновики. Ну, здесь и подосиновики, конечно, бывают. И даже белые подосиновики бывают. Кровище. Какой-то паутинник симпатичный. С прожилками. О! Кто-то ходил, но зато шутник повесил грибочки для белочки. Оригинально, хорошо. Я тоже иногда вешаю хороший гриб. Ну, червивый, конечно. Классно. Их здесь так много.
Эх, если бы это были хорошие грибы, но, увы, они не хорошие грибы. Синовики точно, они белые, серые такие. Ну, я, конечно, вот эти возьму, один плесневый, этот вот хороший. И вон там еще один такой подосиновичек. Надо посмотреть, что люди их прошли. Люди шли, и сыроежки сбитые все грибы. Красивые паутинники, так бы их и съел. Прямо сразу, вот сейчас бы взял бы, да и съел в сыром виде. Но я думаю, что это лучше не делать. Хоть они такие уж аппетитные. Супер. Это такие паутинички какие-то. Ну что ж, тебе повезло. Ты вымахал вон какой большой. И никому не нужный теперь. Хорошо, живи дальше. Возьмем. Этот молодой еще хорошенький. Жжет. Вот сколько их здесь. И все такие маленькие. Они бы подросли. Зачем мне такие маленькие? Вот этот еще ничего. Ну, буду брать, какие есть. Вот, целая полянка. Маугли побежал, лисички режет. Где-то там нашел что-то. Пару подосиновиков. А я не могу отсюда уйти, потому что мне они попадаются. Вот такие маленькие, красивые. Уже не очень. Прошлый был очень хороший. Беленький-беленький. Ой, как красиво. Сыроежку я возьму, если она не червивая. Хорошо. Я лисичек нашла немножко, но немножко лисички пока. Мне попадаются, но понемногу. Хочу вот такой грибочек снять. Симпатичный. Положила лисички, чтобы на память показать. Забираю. Уж не поленюсь, они не такие уже и мелкие. Даже их здесь и много. Ой, хорошо. Ну и вот этот вот гриб симпатичный здесь растет. Надо его проверить. Хороший, наверное. Ага. Красота. Хорошо. Пригодятся. Такие вот лисички иногда попадаются. Но здесь по одной. Пропустил кто-то. Она и выросла в тишине. Ромки нашла. Чуть мимо не прошла. Вот такая двойная головка у него. Двойняшка. Это я положила красивому грибу, чтобы снять.